знаете, как говорят, образование ума не дает, во-первых. Во-вторых, образование такое академическое, оно дает основу, базу, но реальная жизнь требует постоянно каких-то новых навыков, умений, новых знаний. И получать образование под 2, 3, 5 лет уже не можете позволить роскоши столько времени инвестировать. Поэтому для взрослых людей более актуальны короткие формы обучения, такие как, в частности, тренинг. Поэтому я прохожу в год 4-6 тренингов, иногда больше. Но 4-6 – такая гигиеническая норма. Вот в этих пределах я должен обязательно поучиться у разных людей. Это могут быть не обязательно звезды мировой величины, это могут быть люди менее известные, но по совету коллег, например, или там, прочитав рекламу тренинга, я могу счесть, что мне это может быть важно, интересно, иду с удовольствием участвую, получаю результат. Но, к сожалению, иногда я смущаю моих коллег, которые, увидев меня в группе, особенно если группа небольшая, почему-то считают, что если тренер сам достиг каких-то, ну, какого-то уровня профессионализма, то ему в тренинге, более низкого уровня тренинга, делать нечего. Но это очень странное суждение, поскольку рейтинги, они имеют отношение больше к маркетингу, чем к профессионализму, на мой взгляд. Короткие, динамичные, игровые, практичные. Что-то, что диаметрально противоположно лекции. Для госслужащих, да, у меня была работа с правительствами нескольких регионов и даже с правительством одной страны, не назову ее. У меня запрашивали ораторское искусство исключительно, у меня не было других запросов, хотя я бы сказал, что нужно корректировать в целом мировоззрение. Громко сказано, скажем, кто я такой, чтобы корректировать мировоззрение самих государственных чиновников. Но мне кажется, что произошло некое смещение представления о функции и роли государственного чиновника. Я выделяю 5 профессий, выбрав которые, человек расстается с идеями Луи Виттонов, Лабутенов, Мальдив и Парижей. Сразу. Это профессии служения. К ним относятся священники, учителя, офицеры, врачи и госслужащие. Если ты выбрал себе такой путь, сразу объясни жене, что ты будешь служить, а тебе будут платить, то, что могут заплатить. Не столько, сколько ты заслуживаешь, не столько, сколько ты хочешь, а столько, сколько тебе могут дать. Государство, прихожане, и так далее, и так далее. Мне кажется, нужно корректировать само представление о мироустройстве, о том, как социум выживает, как формируется успех, что это такое, да, и какова их роль и миссия в том деле, которым они занимаются, в том деле, для чего они существуют.